Всем привет! Я уезжал в другой город, вчера наборы не открывал, сегодня открываю. Я когда уезжал, до золота дошел, наверное, так и осталось, да. Покупаем два непродаваемых набора. Ой, не покупаем, а выбираем. Два и два, четыре, то есть непродаваемых набора, посмотрим, что выпадет. Что-то давно ничего не выпадает. Два джамба, два НХЛ. Тут четыре, два четыре игрока, 80+. Сначала их открываем. И еще открываем бонус 82 плюс откроем. Поехали. Так, ну пока все, что в наборы пойдут у нас в уровне 8, уровня 80-81 в основном выпадало. Следующий открываем. Вот 83 для коллекционных подойдет. И еще один 83 Умарк. Вратарь Бостона. Так, наверное, сделаем бонус сразу 80, набор 82+. Так, открываем. Собираем. Так, а серебро мы можем? У нас кто-нибудь серебряный и не хватает. Так, погнали. Вот этот набор соберем. И 82+. Мне нужно где-то еще, по-моему, 20 коллекционных, чтобы Хала до 97 прокачать. Так, переходим в наборы. Так, вот наши бонусы. Премиум 2 игрока. Шадер Кинг. Так, и вот набор. Гарантированно 82 плюс 1 игрок. Тут тоже бывает, что-то фиолетовое выполняет. Выпадает. Сергачев 81. Оши. Обычно, если 82 выпал, уже все. Так, дальше. Два набора осталось. Jumbo NHL PS Pack. Шварц. И вот, фиолетовый игрок, Тревис Дермот. Дермот, правильно я, кстати, фамилию произношу, а то многие ругаются. Я не знаю, будет ли у него апгрейд. Сейчас посмотрим. Если его передадут в клуб, он плюс 2 получит, по-моему. В другой клуб перекупит его. Левый защитник. Тревес дерьмо. Трейд дедлайн. Так, Кристалайнен. О, X-Factor еще сегодня поп... И еще один фиолетовый. Ничего себе. Два фиолетовых. Якоб Маркстром. Ну, это отличный набор будет. Сейчас еще фиолетовый, когда... X-Factor еще открою. Ну, хотя уже не актуальны они, там столько коллекционок нужно собирать под них. Так, кто открываем? Может, еще один фиолетовый? Ну, у меня два-то фиолетовых никогда в одном наборе не попадалось. А еще X-Factor, а еще чтобы три было. Ну да, конечно, это из области фантастики уже. Так... Итак, Маркстром. Я, кстати, его попробую, потому что я помню, что года два назад был отличный вратарь. А, ну скорость, представляете, смотрите, скорость 80. Как это так? Видите, спид 80, очень маленькая. Так, открываем X-Factor. Кори Прайс. Ну, у меня он недавно выпадал, я его в обменник пустил, мне он не заходит, Прайс. Итак, у нас дерьмо и Маркстром. Дерьмо и Макстром выпало. Сейчас проверим. Они же еще будут подниматься. Так. Это Грецкий у нас появился. Мой любимый Пронгер. Блейк 93.
И Потвин, кстати, тоже хороший защитник, рекомендую. Каспер 92-й. Ух, какое нам количество защитников интересных. Так, будет у нас прокачка. Так, вот у нас Маркстром где? Я так не понимаю, ребят, будет еще увеличиваться или нет. Ну, оставлю до завтра у нас, чтобы мне Хала надо выкупить. Чтобы Хала выкупить, по-моему, у меня еще время есть. Да, еще сутки 08 там написано. Успею. Так, открываем последний набор. 20 игроков. 10.80+. Погнали. Вагнер, Рой. Дерьмо. Вот он, дерьмо опять выпал нам. Но до этого он дедлайн выпадал. Сейчас вот он обычный попался, базовая карточка. Сегодня на дерьмо у меня удача. Гудро, Кинкейд. 84-й, все, обменник тоже идет, Мэтью Ткачук. Ну хоть что-то выпало. В прошлый раз я Грибауэр опять 83-й. В прошлый раз я занял какое-то 26-е место и в прошлой неделе. У меня вообще ноль в наборах было, вообще ничего. Ни одного, даже, по-моему, 84-го не было. Кори Перри, Шаман Мартинук, Гавриков. Ну все. Хороший набор. Один попался, два фиолетовых игрока и один X-фактор. Все, ребят, хорошего вечера. Пока-пока.